Всем привет, с вами Гринайт, и мы продолжаем Far Face Frontier. Ну что же, не могу остановиться, охота увидеть коровок здесь. Но они же должны бегать, наверное, да? По голове стада 0. Так, стоимость улучшения. То есть я могу, по идее. То есть я могу улучшить, да? Или не могу? 125 досок и 25 камня. Но это не проблема. То есть доски-то, в принципе, наколотить... Набацать нет, не так уж сложно. Сложно... Камень добыть. Добыть камень сложно. Ну ладно, здесь они его добудут. Наверное. Так. Давайте вот здесь и камушек, и фигамушек, и деревья пускай рубают. Давайте лишнее убирайте, ребят. О, хорош. Неплохо. Тут деревья повырастали новые. И камушки появились, да? Типа? А, камни тоже появляются, да? Круто. Прикольно. Так, рубайте, ребят, рубайте. А, там у вас нет камня, да? Ну, ничего страшного. Главное, чтобы вы дерево добывали, остальное пофигу. Так, на этом мы пока... Так, эти убежали. Так, ну пока не трогаем. Родился ребенок, молодцы. Школа, отлично. Но у нас нет образованных людей, смотрите, поэтому пока что как-то так. Но, может быть, привлекутся образованные люди. Может быть. Так, ну, здесь мы должны дорогу, во-первых, сделать. Мы должны сделать здесь дорогу. То есть это куда-то вот сюда, да? Не хочешь? Она не хочет туда идти. Она туда не хочет идти. Ага, вот здесь прямо хочет. Отлично. Здесь тогда мы делаем вот так вот. Ну? Чё не так? А, все, соединилось. Молодец. Отлично. Я, наверное, все же еще жилья построю. У нас сейчас есть школа. Может быть, образованные люди придут. А почему? А, тут, в смысле, тут уже, что ли, получается? А, ну, наверное, да. Так, то есть она вот. Раз, два. Ах ты, падла, ты сместилась не туда. Дорожка, алё, ты чё, совсем очистить? Так, жильё. Раз, два. Ну, а можно прямо? Так. Ну? Да, вот так вот прямо построюсь. Ха, олени замочили. Нефиг нам ходить было. Ну... Ну ты же можешь, я же тебе верю. Дорожка, давай ты не будешь мне это мозга компасировать. Так. Так, ага. А вот это мы очистим. Вот это вот. Вот так вот. Да, молодец. Да продолжить, господи. Алло, успокойся. Игра. Так, можно приступить к севу. Хорошо, здесь у нас что? Морозостойкость. Поменьше. А вот рожь. Давайте рожь. А потом у нас жара. Как бы, ну, ближе к осени, да? Так это не подойдет. Ага, то есть бобы могу. Точнее, горох могу. А горох у нас морозостойкий. Ну, нет. А если репу? Репу могу. Да. То есть как раз поближе там. Пускай пока репа. Не вопрос вообще. Вообще пока что не вопрос. А, смотри, яблочки собирает. Да, молодец. Молодец, яблочки собирает. Возраст дерева 13% всего лишь. Так, а ты не улучшаешься, да? Жалко. Опять же жалко. Поселенцы, хорошо, отлично.
А образованные хоть? Нет, не образованные. Плохо. То, что не образованные, это плохо. Замечен олень. 8 оленей. А где вы бегаете? А, вы вон туда переместились, да? Вы пытаетесь сюда добежать, но не получается. Но не получается. Так, глину добывают? Да, бывает. Так, мне не нравится, что у меня нет песка рядом. Это плохо прям. Но зато есть железо. Я думаю, надо уже идти в железо. Добывать железо. Так, нет, сначала мы, наверное... вот это дело возьмем. Чтобы они где-то перемалывали. Ага, привлекательность сразу падает. То есть она тоже бы... Это, да? А что привлекать? А нафига мне привлекательность-то? Ага. А привлекательность что? А, да вообще пофигу, если честно. Ну, так-то, если подумать. А, ну, мелись тут куда-то надо это. Ну, типа она шумная вроде, да, получается. Поэтому они не хотят рядом с ней жить. Ну, ну давайте сюда, да, ставим. Рядом с полем. Пускай работают. Это раз. Плюс мы поставим сюда амбар. То есть, ну, амбар также рядом. Чтобы им далеко просто не носить. Все. Это уже не проблема. Производство пищи. Так, ну хлев это понятно. Пекарню. Кстати, пекарню надо куда-то сюда. То есть пекарню сюда в центр. Блин, вот из одной полосочки, да, серьезно? Ты не дашь мне это сделать? Ну, куда-нибудь, да, наверное, сюда. А, здесь она... А на что? Два, да, получается? А здесь у нас мешается дорожка. Вон она что, да? Я могу перенести колодец, и тогда все будет идеально. Ну, практически. Давайте, наверное, я так и сделаю. Переместить постройку, во-первых, сюда поближе. Давайте, ребята, займитесь этим делом. Перекопайте колодец немножечко. Да я знаю, что может работать. Но у меня нет образованных людей. Образованных людей, к сожалению, у меня нету. Дизентерия, да? Каким образом? У меня есть мыло. То, что он, бля, руки не моет, это не мои проблемы вообще. Так, сюда, да? Я хотел... Да, наверное, все же колодец придется вот сюда переместить. Поехали. Еще раз переместить колодец, ребята. Да, виноват, знаю. Так, не сметь кашлять. Раскашлялся он мне тут. Да господи, не та кнопка. Кто придумал на тап поворачивать постройку, а? Вот так вот. Так, тебя я уже могу улучшить, пойди, да? А, разные тип еды. А, вот этот могу. Доступно улучшение. Ну. До хижины. Ну, давай улучшайся, что. Вы не можете. Почему? Досок не хватает. Ну и ладно. Ну и не надо. Ну и не надо. Так, мне нужны тяжелые инструменты. У нас пока никого, что нету здесь, да? А почему минус 17? А, наверное, школа. Блин. Но мне надо рыночек, наверное, построить, да? То есть это благоустройство. Рынок. То есть вот здесь рынок. Рынка мне не хватает. Для вот этих вот людишек. Так. Ну, наверное... А, ну они, типа, не стакаются, да, типа, смысл. Этим просто будет ближе, получается. Поэтому вот. Давай, идешь сюда тогда. А, ты
Ну, ты просто переместишься. Вот сюда. А ты переместишься. Ну, как тут переместиться, короче. Так, камень. Надо добывать камень. Так, это я убираю, да? Это вот я убираю. А деревья они сами, в принципе, добудут. Так, убрал. То есть, ну, деревьев, кстати, уже прям очень много. Так, а это я убираю. Мне нужен камень. Пацаны, пожалуйста, добудьте камень. Вот здесь камень. Где? Вот здесь вот камень. Вот здесь камень. Где-нибудь добудьте мне камень. Грёбаный камень. Что там такое? А, глина. И что еще? А, боярышник. Так, камень. Все. Больше ближе нету, да? Так вот, они пошли добывать камень сразу. Молодцы, красавчики. Ну, дерево у нас просто вот прям дофига. Ива испортилась каким образом? Да я знаю, что может работать больше людей, но я не могу. Я не могу нанять, у меня нет образованных людей. То есть и плюс я еще в минус иду. Из-за того, что я как раз и построил. Так, ну доски сейчас накопятся. В любом случае. Здесь что у нас? А, тут идет улучшение, все, понял. Здесь идет улучшение, понял. Это лавка сапожника, все. Я думал, в смысле, вы улучшились без моего разрешения, вы что, офигели? Так, отлично. Ребятки бегают быстрее теперь. Так, здесь у нас понятно, что растет. Ясно все. Так. Вы камень добываете, да? Добываете. 14 камня у нас. Давайте, так, надо улучшаться. Не могу. А, пища. Так, ты что у нас? Ну, ребят, нет, хватит, подождите. У меня работников сейчас хватает. Мне надо ж. Мне нужны тяжелые инструменты. Где я их возьму? Ага, есть торгаш. Ага, она приехала, отлично. Так, переместить. Блин, мне не хватает. А ты что, охренела? Женщина, дай мне, пожалуйста, купить. Алло, что, в смысле? То есть ты хочешь сказать, ты один продаешь за 364, а не до хрена ли? У меня не хватает золота. У меня золота не хватает. Так, доски натаскаете мне или нет? То есть, тут мне нужны доски. Доски прям нужны. И там, и сям доски. Бревна уже все. Камень тут, ну, пытаются добыть. Все нормально. А зачем мне камень, кстати? Я чуть не помню, зачем мне камень. Так, дом лекаря, крысолов. Но нет, пока не надо. Жилье, хранилище. Ну железо, да? Давайте железо. Железо у нас высоко. Железо у нас высоко, да? Так-то. Ну давайте, надо. Как-то надо сюда залазить. Ну, игра, алло, кстись. Так, ну, так, до сюда идешь, да? Сюда пойдешь? Ага, вот так вот. Отлично, прям. Четко. Ну, не в упор, как я хотел бы, да, но все же. Дорога есть дорога. Нет, здесь пока улучшать не буду. У меня очень плохо с золотом все.
Доски тоже не копятся, блин. А, что? Ткацкая мастерская нам не поможет. Это нам тоже нахрен не надо. Тут тоже нафиг, это тоже все нафиг. Мне нужны инструменты, которые... Где инструменты, блин? Мебельная. Кузница. Это про... А, вот, производит. Кузница. Центр города 3, все понял. Что нам надо? 100 досок и 1200 золота. Охренеть. 125 жителей. Офигеть. Блин, ну надо тогда расти. Дом. 0 из 25. Так может не дом? А, ну, требуется одежда. Ладно, я понял. Одежда вам нужна, да? Хорошо. Одежда так одежда. Сейчас мы куда... Ну, вот сюда вот куда-нибудь ее поставим, наверное. Это раз. Такс, 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 такс. Что и нам еще им надо? Тогда нам нужно поле с льном, чтобы они могли спокойненько его выращивать. Такс. Ну, вот так, наверное, да? То есть максимально 12 на 12 на 12, видимо, да, поле. Да. Ладно, тогда. Ну, также 5 на 10 бахнем. Одно поле льна пока что. Ну, я думаю, лен-то уж они жрать не будут. Потому что, ну нахрена оленям жрать лен. Так, что тут? А, тут они вырубают. Все отлично, хорошо. Ну, тут олень бегает. А может кто-нибудь мне разведать вот здесь территорию? Я хочу посмотреть, что у нас здесь есть. Тут вы, в принципе, разведали, да? Ну, и... А, можно еще? Ага. Вот здесь где-нибудь, вот здесь. Там что, вода или что? Почему я не могу туда поставить? Могу здесь ставить, да? Смотри, не могу. Там, видимо, вода, да? Пускай разведают. Там посмотрим. Так, ну тут у нас железо, это понятно. Да, вот на воду не стоит. Там, видать, вода. Правда, что? Так. Ага, один переместился... И тебя сейчас переместим. Сюда не хочешь, да? Давай сюда тогда. А, досок нету. Куда вам не доски? А, вы доски вон туда утащили все. Хорошо, теперь копим доски. Это раз. А, увеличиваем, наверное, все же количество жителей. А, кого я взял? Ой, я не то взял. Так, хижина. Ну, придется вас сюда, наверное, поселить. Это так. Необходимо. Так, давай. Да, господи, повернись ты куда-нибудь. Где у тебя стрелочка? Вот туда у тебя стрелочка. Давай сюда. Ага, и вот сюда. Так, ну олени отсюда в любом случае свалили. Сюда я не могу домик, да, бахнуть, жалко. А, туда тоже нет смысла. Ну, придется куда-нибудь вот сюда их ставить. Будем увеличивать население. Так, раз у нас, в принципе, здесь вход, давайте вот так вот организуем. Пускай вот так вот ходит. И туда парочку домов, наверное, тоже бахнем. Ну, хоть тут какие-то украшения поставим, все такое, плюс-минус.
Ну, игра, аксись, не тупись, не тормозись. Я, наверное, сейчас зря так увеличиваю, потому что мне еды точно не хватит. А, давайте сразу, наверное, тогда сильно не будем упарываться. Я построю хижину охотника, еще одну. То есть охотник вообще справляется со своей задачей? Ну, вроде бы да. То есть здесь есть олени, он их находит. Здесь тоже есть олени. Вот так вот сделаем ему. Пускай так работает. Собиратель. А, у него тоже поменялась эта фигня, да? Так, куда-то... А, вот куда-то сюда я ему хотел, да? Так, тут ягоды, орешки. Ага, я, видать, что-то немножко вырубил там. Ладно, вот так вот. Так, ты нормально. Давайте охотничью хижину мы точно построим. Только вот куда ее бы построить, чтобы... Ну, вот здесь, наверное, да. Здесь как раз он за на олени будет охотиться. Плюс он там, если что, есть олени, мы ему подвинем. Нехватка дров. В смысле дров. Дрова есть, алё. Ну, правда, зима приближается. Ничего, нарубите. Давайте второго работника туда бахнем, пускай работает. А, что у нас по пище? Так, смотрим. Мясо есть, рыба есть, копченое это все есть. Хорошо. Зерна нету. Овощи хорошо есть. Солений нету, да? Это жалко. Это прям так себе. Так. Что по базару? По базару ничего. Ну, у нас минус 15 в год получается, да? А, ежемесячное, что это золото? Минус 15 в месяц. Жалко. Налоги, рынок 24, услуги 34, тренировка солдат минус 5. Ну, сейчас может рынок построиться и будет нормально. И может быть будет нормально. Стоимость улучшения, но нам нужны кирпичи. Кирпичей нету. А, глина. Глина есть, а вот досок нету. Глина есть, досок нету. Жалко. Да куда вы доски-то дьете? Алло, может напилите, не? Ну, вроде пилят. А людей сколько нам надо? 125. У нас 108 пока что. А, ну то есть мне в любом случае достраивать. Мне в любом случае строиться. Так, ты тут что? Ты прям в упор к рынку, да, я смотрю. Тогда я сделаю тебя вот так. Здесь вот так у нас есть дорожка. И тебя вот сюда. Отлично. Вот так вот тогда вас проведу. И тебя вот здесь вот тоже. А здесь вам какие-нибудь эти организую парки, фиганки и все прочее. 9-й год, смотрите. Уже 9-й год. Ну, они прям быстро строят. То есть они прям... А свободных рук у нас море. Так, ты у нас добытчик наш. Работай. Ну, а где взять? А где взять-то коров? Я просто не понимаю, где взять коров. Увеличенное поголовье стада. Это за улучшение. Так, хищник. Кто? Мишка опять прибежал. А, посевы погибли за холода какие? Вот эти посевы. Так, в смысле, рожь, она ж это... Да, это же рожь, да? То есть оно морозостойкое. Да, вы меня это... Обманули. Чё там, с медведем разобрались? Разобрались, молодцы. 124. Ага, 124, мне еще надо. Еще надо жилья.
Еще жилье. Ну, давайте вот сюда, наверное. Ну, нет, хотя тут какие-то кустики. Это что у нас? Березы. Тогда нафиг их. Так, вот так. И вот так, наверное, да. Как раз плюс 8 будет 132 человечка. Вмещаться в нашу деревню. Бобовый вилд. Что значит бобовый вилд? Текущая болезнь. Затронут фасоль, заражение 25, потери урожая 12%. Сейчас 50% на пике сезона. Шанс вредоносы грибов становится желтым, а затем постепенно с устройством. Ага, хорошо. Ничего не понял, ну да и хер на вас. Ну вы мне поле-то тут сделайте, ребят. Куда вы все доски, блин, дьете? Алло. Ну и вы не достраиваете, и доски нет. И сюда даже не таскайте. Давайте мне железо уже добудьте. Хорошо, увеличиваем количество пиления. Пиления. Пилякания. Хранилище пусто. Так, кто-то приехал, кстати, да. Что ты мне продаешь? Так. Примитивное оружие продает. Так, ты мне что продаешь? Целебные коренья. Но это мне не надо. Это что? Мука. Муку можно продать. То есть я могу купить муку, да? То есть все же это, если я куплю одну. Купить две. Ну давай 10 муки. То есть это 12. Ну да, за 2 он продает. Ну, я бы купил, но оно мне не надо. Нет. То есть не столько. Не столько поскольку. Мне надо, чтобы они напилякали, и я улучшил вот это дело. Ага, смотрите, они, наверное. Подожди. А что? Услуги. А на какие услуги у меня меньше стало? Нет! Нет, нас атакуют! На нас нападают! Налетчики! Налетчики на нас! Ага, кто-то люлей получил уже. Это новый поселенец. Ах ты, скотина. Ах вы твари. Так, ребята к оружию. Сейчас будет махач. Где они? Ага, вот они, бегут. Ага. Так, ребята. Еще и пожар. Гениально. Ребят, ну-ка в центр все быстро. Так, атаковали поселенцы. Ага, вот они. Так, ну-ка мочи их, ребята. Мои поселенцы сильнее. Убей его. Так, он убегает. Он хочет убежать. Так, ребята, а ну-ка к оружию все. Сейчас мы их отоварим. Так, убегает. Жить хочет. Мудила. Это кто? Ага. Так, а у нас защитная... Козлы, а ну вернули мои бабки. Так, они воруют! Они воруют! Так, минус. Замочил, хорошо. Так, надо еще построить вышек. Блин, постройки горят. Мочите всех, мочите гадов. Мочи тварей. Так, нифига себе ты украл там. Алло. Блин, игра, ты экстись, а. Кого бы мне направить? Мне надо кого-то направить на это, на отвлечение, типа, чтобы они... Так. Ну-ка, бабулька, давай. Давай, бабуль, мочи его. Так, есть, ага. Вот этого дятла мочи. Давай. Подманивай его.
Беги, бабулька, беги! Нет! Ах ты тварь, ты бабульку собирателя убил. Так, кого-то они замочили. А, да, естественно, принять. Сейчас мы их это отоварим здесь всех. Так, поселение такая постройка, блин, уничтожена. Перестроить. Блин, и пожары, и все это. Так, можно улучшить, да? А, ну давайте улучшим, почему бы и нет. Ну, улучшайся, чё не хочешь-то? Посевы погибли и заболели. Ну, это... Ну, а, ну мы все вернули, да, я смотрю, хорошо. Не украли. Это что у нас строится? А, ткацкая мастерская строится, все отлично. Фух, козлы. Так, число наличников 10, убито наличников 5, убито поселенцев. Так он бабку убил. Он что же, украдено предметов 15, ах вы падлы, 15 золотых слитков он украл. И 9 луков, уроды. Да в смысле постройка горит? Алло, кстись, хватит, пожалуйста, хватит. Хватит гореть. Хватайте и тушите, молодцы. Разбирайте воду обратно. Автоулучшение, это, видимо, на дома, да, типа, работает. Ну, я сам хочу их улучшать, когда мне надо. А то они сейчас начнут, блин, прокачиваться. Так, хорошо. То есть у нас есть... Ага, и лекарь теперь у нас есть, смотрите-ка. То есть у нас есть лекарь, у нас есть учитель. Матак учит. Наверное, Матану. Матану, наверное, учит, да? Так, дорожку соедини, что? Соединить не можете сами. Так, 94 поселенца. На 5 месяцев нам хватает еды. Дайте смотреть. Может, у нас кого-то где-то нету? Земледелец. 7 из 8. Ага. Ладно. Ну, в принципе, у нас 14 рабочих, так что нормально. Так, добавляем земледельца. Нас вообще достроили вот это дело? А, да, смотрите, железо у нас добывают. А, просто я не вижу, где это железо. А что у нас то есть? А, украдено. Не страшно. Ладно, во-первых, что-то я еще хотел. А, защита. То есть нам этого не хватает. Нам надо куда-нибудь сюда еще бацнуть. Вот сюда, да. Один сюда. То есть как раз вот она перекрестная защита будет. Нет, здесь слишком близко. А вот здесь, кстати, само то как раз... нет. Сначала сюда поставлю. Вот так вот, да. Прям будет идеально. Тут они их и разгребут. Ну, 1200 золота мне где-то надо брать. Тут вот это еще не построена фигня. Приоритет. Поехали, пацаны. Здесь у нас что? Сырье. Зерно. Нету. Муки. Нету. Но зерно они еще не добыли. Видимо, не успели. С едой что-то надо делать. А, производство пищи. Это у нас что? Это у нас сыровар. Это у нас лавка... Консервирование. Центр 3. Так, охотничья хижина. Ну, у нас есть охотничья хижина, она вот здесь работает. То есть это все нормально у нас. Ну, видимо, надо еще, да? Так, смотрите, олени сюда вернулись. Так, то есть тебя можно куда-нибудь даже вот так вот уже назначить. И работай. Ну, поля, чё? Чё вы тут? Ага, молодцы, работаете. Давайте, восстанавливайте. Нехватка пищи. Ну, на 6 месяцев это не то, чтобы мало, но нормально.
Смотрите, добавить компост. Хорош, молодец, чувак. То есть он набирает, и потом можно удобрять. Пускай удобряет, это будет прям хорошо. Так, во-первых, лен. Ну, наверное, не в начале года, в конце, да? Морковь. Ну, нет, не-не-не-не-не. Так. Капусточка, лен. Ага. Лен уже не вмещается, если мы ставим вот этот. Хорошо. Хорошо. Давайте пшеницу. Ну, нет. Лен тогда точно не вмещается. Гречиха. Жаростойкость. Нет. Нет. Так, ну, давайте репу. И тогда лен. Вот так вот. Да? Больше ничего не вмещается. Все. Тогда придется защищать от всяких балбесов, оленей. Так. Давайте напротив, да, прям. То есть не вот так, а вот так вот. Отлично. Пока что здесь нам хватит. Плюс нам надо ворота. Ну, через поле, наверное, некрасиво будет. Давайте вот здесь, да? То есть и вот здесь вот где-то. Будем центрировать все это дело. Вот так вот. Нехватка дров. Ну, кстати, да. Кстати, да. Видимо, все же не справляются. Ну, может, справятся. Посмотрим. Переживем эту зиму. Будет нормально. Нет. Ну, нет, зиму-то мы в любом случае переживем. Школа работает, это все работает. Все отлично, минус один. На строительство, да, потрачено? Ничего. Грипп. Легкое сезонное заболевание без надлежащего лечения может привести... перерасти в пневмонию. Принимая лекарства на основе... Здоров, больной сможет продолжать работу и с высокой вероятностью быстро поправиться. Хорошо, молодец. Да продолжить, отстань. Да господи, игра кстись. Так, все, пускай доски. Здесь они меня разведали, отлично. Глина. Ага, есть вот здесь уголь еще. Боярышник, фигарышник. Так, здесь что у нас? Железо. Ну, железная гора у нас опять же здесь. Ага, вот золото есть. Отлично. Мне надо вот здесь уголь начать как-то добывать. Пытаться его туда возить. Ну, интересно, да, конечно. Ладно, пока я не трогаю это дело. Пускай ребята двигаются. Так, ты справишься, да, дружище? А, это школа, точнее. Женщина. Мираль. Ну, кстати, хорошая. Выздоровел, все отлично. Мыло есть, трава есть. Это что у нас? Отходы. Да, конечно, принять. Почему бы и нет? Пускай работают, ребятки. Так, вот, могу улучшить. А почему не улучшается-то? Переместить, разобрать. Я могу улучшить, но я нажимаю на улучшение. Ага, вот. Кстати, как-то странно, да? Ну то есть, чтобы они... Ну, пускай. Пускай. Привлекательность не 30. А почему здесь не 30? Ты как бы, ну, в самом центре таком. Как-то немножко странно. Золотые слитки 260. Произведено 105. Пока что. Так, ну давайте посмотрим на дома. Как они выглядят новые. О, уже получше. Уже получше. Нужны свечи и нужна глиняная посуда. Отличненько. Так, могу, кстати, не ресурсы, да, а украшения. То есть начать как-то их повышать, добавлять им. Так, вот так. Где-то здесь тоже можно было бы бахнуть, но нет, да? Вот здесь могу.
А, нет, не могу. Так, убираю, да. А если вот так? Ой, хорошо, да? А если еще лучше? Ага, не вылазит. Не вылазит. До 30, да? Поднимается. Так, здесь нельзя. А здесь тем более тоже, да? А, давайте тогда большой парк, может. А, нет, он дорого, наверное, стоит. 150 стоит. А вот это 50, фигня, это. Ну, давайте вот так хотя бы пока. Ну, ладно. Ну, ладненько. Пускай пока так. Сейчас они все это построят. Хотя, наверное, годовой налог собран. Отлично. Посевы погибли из-за болезни. Горох. А что мне сделать? То есть, ну, не получается. То есть, гороху не вариант расти или что? Давайте поменяем. Давайте не горох, раз он здесь не хочет расти. А, так, уберись. А, вон как я могу двигать. Отлично. То есть я могу сдвинуть немножко, да? Хорошо. А, так, тогда что я могу сделать? А, так, морозостойкость. У нас что? Грехиха. Гречиха, грехиха. А, так, рожь. Ага, туда не двигается, все понял. А зачем мне? Это у меня второе поле. Это у меня второе поле. Так, уберись. А, давайте лучок. Он что у нас? А, и морозостойкий, и жаростойкий, да? Давайте лук. И, наверное, клевер не будем. Капуста не вместится, а вот морковка, да. Но она не жаростойкая морковка. Поэтому, наверное, будет прям печально. Мороза. Жара. А, бобы не влазит, да? Да, репа. Но она тоже не жаростойкая. Блин. А вон и то. Тогда вначале садим что-то другое. То есть горох. Фасоль. Горох не хочет. Сначала тогда морковень, а потом лучок порей. Все. Вот так вот. Ну, вот так вот, наверное, да? Сдвинем. Пускай вот так вот. А здесь тоже можно, наверное, подвинуть. Да не, зачем? Да зачем удалять? Мне просто подвинь. Вот так вот, да. Это не надо. А, ну... Ладно, потом подвину. Так, здесь нормально. Здесь можно тоже подвинуть, кстати. Нет. Так вот. Тоже сюда сдвинься, наверное. Отлично. Фух, поехали. Так, здесь что, ребята? Лес рубите? Ну, рубайте, рубайте. Так, ну, вам, наверное, можно даже поменять уже место. То там много вырубили. Давайте вот сюда. Там и камень есть заодно. Еды, да, не хватает. Не хватает. Блин, как время летит в этой игре, офигительно. И я, ну, я не могу, я остановлюсь, я потом напортачу. Я потом напортачу. А, то есть, а, с домов налоги собираются еще больше теперь. А, все, сейчас пойдет. Нехватка пищи. Ну так вы добывайте пищу, ребята. В чем проблема? Где мне скот взять? Так, кто-то приехал. Кто-то приехал, мне надо тяжелый инструмент, хотя бы один просто. Че, не? Так. Ага, вот она, это. Че, тетка опять. Тяжелый инструмент есть, 299. А, не могу. Не могу. Ладно, пока не могу. А, то есть с двух домов мне 4 всего слитка золотых. Ага, еще, да? Ну, смотри, еще выросли. А почему еще выросли?
Здесь разности пищи нету. Какие посевы съедены животными? Вот эти посевы. А, вы сожрали капусту. Ах вы твари. Так, ребят, ну-ка давайте-ка вы застраиваете быстрее, пожалуйста. Вы же можете построить забор. Вас много. В чем проблема? У меня же есть свободные люди. Рабочих. 21, строители 4. Вон, давайте 10 строителей сделаем. Пускай работают. Так, камень они мне добыли, да? 260 камней, охренеть. Давайте деревья теперь. Вот здесь деревья вырубаем. Вот здесь деревья вырубаем. Давайте. И деревья, и камень все добываем, пацаны. Потому что сейчас это нам пригодится. О, отлично, давайте. Рубайте здесь все это дело. Вас много, вы справитесь. Все, поехали. 25 поселенцев закончил обучение. Поселенцы заканчивают обучение. Начальное образование никогда не будет лишним. Охренеть. У нас 25 образованных людей теперь. Я надеюсь, у нас все будет отлично. Так, 9 с налогов мы получаем. Рынок 38 нам приносит. Пока что мы в небольшом минусе. Но думаю, скоро это исправится. Так, не хватает, да, чуть-чуть тебе? Чуть-чуть тебе не хватает. Ага, а если вот так, да? Тут, ну, тут привлекательность чуть-чуть не достает. Ну, я не знаю, как вам сделать привлекательность, ребята, повыше. Так, 65. Каким образом? Не понимаю, я буду это делать. Так, замечательно. Пока что. Так, здесь вас четверо работает? Четверо, все, да? Улучшить не могу, потому что нету железа. А железо же добывают? А, нам добывают железную руду. Железную руду нам добывают. Нам построили защиту нашу. Офигенную. Да. На нас никто... Кто на нас нападет, получит по шее. А где вот взять, ну, животных? То есть, ну, где скот-то взять? Давай второго сюда. Поголовье стада. Ну, давайте. Подтвердите. То есть, ну, у нас просто нету животного. Нам надо где-то взять. То есть, здесь я не могу, здесь я не могу. Почему они не застраивают? Как бы... Ребят, ну, давайте вы построите уже, пожалуйста. Просто, ну, я не понимаю, что вам еще надо. А хата я вам не буду строить, потому что у вас и так дофига. То есть они тут прям, ну, вырубают лес, их много. А здесь что они? Ага, здесь тоже добрались. Так гребаные животные, отстаньте. Так, смотрите, застроил. Идет строить, молодец. А, 5 поселенцев, отлично. До третьего уровня нам просто очень далеко. Ткацкая мастерская у нас пока не работает, потому что у нас нет льна. Лен должны собирать. Сколько? Да олени едят лен, что за фигня? Что за нафиг? Сейчас вон забор поставится. Давай. Закрывай там оленей и будем их разводить. Так, минус один. Уже хорошо. То есть с домов налоги прут. О, и дом как раз прокачался. Ну, тут такие, так скажем, украшения небольшие. Им уже получше. То есть они прям рады. Так, оленя закрыли. А теперь охотник наш любимый, замочи оленей. То есть, ну, мы их прям закрыли. То есть они тут здесь стоят и жрут мои посевы.
Давай-ка вот ты, дружище, перебьешь вот этих вот оленей. Атакует. А им и деться-то некуда, потому что они заперты. Заманил в ловушку их, да? Молодец. А что у нас, кстати, как мне... А, вот, ресурсы посмотреть можно, да? Угу. Так, железная руда, хорошо. А где у нас будут производиться ресурсы? Так, это что у нас? Пивоварня, это у нас литей... Ага, литейная. Приближается буря, не страшно. То сейчас моя задача накопить... 1200 золотых. Ага, нужна роскошь. Ну, ребят. Как, кому неохота в роскоши жить? Ну, я тут не виноватый. Нормально, пока жилья нам хватает, все отлично. Все отлично. Ну, мы можем увеличить поля. Это, во-первых, для еды будет. И как раз для всего остального. Так, 5 на 10. 5 на 10, отлично. Работайте. Вот, кстати, дров не хватает. Можно уже, да. Дровокола еще. Еще одного дровокола. Но туда мы его не поставим. Мы поставим его, скорее всего, вот сюда. Так, тут у нас не переполнено? Нет, пока еще нормально. Этих нам хватает. Глистами. Ничего, вылечится. Ничего страшного. Выживет, по крайней мере, хотя бы 100%. Короче, наверное, надо после этой серии загуглить. А что гуглить? Давайте я прямо сейчас и загуглю, где мне взять... Так, давайте скорость хотя бы медленную поставлю. Ой, Мишка это испугался и убежал. Медленную скорость, это раз. Так, это мы убираем. Значит, смотрите-ка. Так, где взять коров в... Фарфест. Фэс Фронтайр. Так. Так, это и да я понял. Так. Ну, господи, реклама ты... Отвали, пожалуйста. Давайте смотрим. Мы собираемся вам показать. Так, да это... Поля, это понятно. Это мне коров дай. Не, это фигня, ребята, отвалите. Так. Мне зачем фермерство? Мне нужны коровы. Вот, разведение молочного... А, это фарминг-симулятор, алло, отстань. Фарминг-симулятор. А чё? Угу. Так, вот, давайте еще здесь посмотрим. Нехватка дров, ничего страшного. Сейчас заработаю. Так. Это, ну, понятно. Жизнь — это еда, торговля. Так. Это понятно. Необходимость, культура... Сложные. Да, в смысле, жизнь — это еда. Становится, ты хорошо. Короче, ничего не нашел. Охренеть. Ладно, окей, будем пытаться как-то сами. Давайте, наверное. Что мы можем продать? То есть у нас, в принципе, есть лишнее
Глина. Давайте глину. То есть 250 глины. Так, а, ну я же могу ввести, господи, 250. Подтвердить. Что я еще туда могу? Камень не буду. Уж переносить. Зелень могу. Да, у нас очень много зелени. То есть давайте, наверное, 100-150 зелени сделаю туда. Мяса нет. Точно. Зерно. Пока что, наверное, продам. 200 зерна. Подтвердить. Кто к нам приедет, купит у нас это дело. Годовой налог собран. У нас 100. Так, у нас идет плюс 4. Замечательно. Замечательно. То есть у нас люди живут. Все хорошо. До уровня 3 нам надо как-то быстренько прокачаться будет. 125 людей это не проблема. Вот 25 домов это другое. 15 домов из 25 у нас улучшилось. Тебе не хватает привлекательности. Ну, да блин, вот это плохо, что оно не закрывается. Привлекательность. Как мне тебе поднять привлекательность? Я не могу улучшить, потому что у меня нету кирпичей. Плохо, да. Так. Ну, получается, мне надо где-то... Ты кто? Ты дом. Ты хижина. Что мне надо для улучшения привлекательности? Здесь у нас стоит пекарня. Но она не работает, поскольку у нас нету муки. Муки у нас нету из-за того, что у нас нету этой фигни. Так, у тебя есть эта фигня? Тяжелый инструмент? Нету. Так. А зачем мне золото? А, фу, ты, я не туда смотрю, наверное, да? А зачем мне золото? Что у нас есть на складе? А, он, у нас есть, но он это не покупает. Хорошо. А, приехал другой торговец. Что переполнено у нас? А, ну да не вопрос. Так. Ага. Подожди. А зачем мне золото, если ты должен у меня это купить? Продает, да мне пофиг. Ну вот он... А, вот он покупает, видимо, да? И продает, и покупает, и то, и то. Хорошо, это он тоже. Как вы засранцы маленькие. Ладно, пока что. Пока что. Так, поля там. Ага, у нас еды мало. Офигеть. У нас мало еды. А, у нас мало еды, потому что я зелень. Зелень. А, нет, это не то. Вот зелень. Подтвердить, да. Так, еду добывайте, ребята. Что вы это, расслабились маленько. Смотрю. А какого фига тут олень делал? Он опять сожрал. Офигеть. Блин, ребят, нехватка пищи — это не мои проблемы, но это ваши проблемы, вы должны это добывать. То есть вы должны сами разбираться с этим. Я бы построил, наверное, еще рыбака тогда. Есть куда? Ну, блин, тут рыбки нету. Тут, блин, нету рыбки. Тебя я не могу улучшить, да? Ну, он рыбу добывает максимально, как может. А вот... так, давай-ка посмотрим. Ты. Ага, смотрите-ка, тут это. Ну, хотя он, в принципе, нормально добывает. То есть у него идет процесс. У него идет процесс. Здесь этот, в принципе, работает. Ладно. Так, да, давайте тогда мы будем продавать, во-первых, железо. То есть железную руду.
Железную руду. Где она у нас? Камень. Так, подожди. Так, тихо. Это глина. Нет, не то. А где железная руда-то? Но она у нас есть на складе. Я знаю это. Я просто не вижу железную руду. Угу, нашел. Давай. Подтвердить. То есть... ну он будет максимально загружать, да? Отлично. Хорошо. Так, что, таскать, что ли? Это что у тебя? А, это глина. Нет, чувак, нет. Ты будешь мне... А ты бы купил железную руду? Ты не хочешь покупать железную руду. Ну, ты и дурак. Вот с едой проблемы, да. Ну, ребят, поля делайте. Будет еда. Сделайте поля, будет еда. Так, этот у нас охотится. В принципе, он должен справляться. Он неплохо. Ну, 400 неплохо. Постройка горит. Улучшить я не могу, потому что у меня нету железа. Производить муку я не могу, потому что у меня нету тяжелого инструмента. Нету тяжелого инструмента, потому что я не могу купить. Так, уехал. Молодец. Давайте других торгашей, которые купят у меня железную руду. А, засохшие посевы. Плохо. Так, засохли, да? Тогда мы вот это сдвигаем. Ага, это... Ага, количество сорняков и камней на поле. Нет. Так, вот это сюда не двигается. Да, там, видать, прям морозно-морозно. Так, этот куда-то... А, это, наверное, за железом поехал. Молодец. Молодец. Так, ага, вот здесь вот у нас олени бегают теперь. Дай-ка мы тебя переместим вот так вот. Поэтому он и добывает, потому что они здесь... Теперь тусуются. Так, блин, пора заканчивать, наверное, да? Ну, давайте дождемся нового торговца, я думаю. И посмотрим, купит он у нас или не купит. Здесь у нас что? Боярышник. А что он делает? Кустарник семья осенью в трудные времена. Ягода боярышника остается одним из последних. Ну, наверное, да. Давайте собирателя еще одного бахнем. Производство пищи, домик... Собирателей. Вот сюда. Пускай тут собирают. Во-первых, тут и зелень будет у них. Все нормально. А, готовы к севу. Отлично. Давайте подготовим поле сначала. Потом у нас будет лето. Будет лето. Фасоль. Это не вмещается. Так, фасоль. Так, фасоль. Отлично. Остальное ничего не вылазит. И уменьшить нельзя, да? Это плохо, кстати. Это плохо. Так, у нас, да, у нас фасоли нету как таковой. Так, вот тут у нас еще получается боярышник. Боярышник тоже, да, и зелень. Ну, в принципе, здесь нормально будет. Ну, мы вышли хотя бы в плюс, скажем так. Хоть какой-то. Сейчас просто фарм. То есть вот нам нужна глина. И нам нужно... 25 домов мне как-то надо организовать. Каким образом, я не знаю. То есть... сколько у нас есть? 16 из 25. Ну, вот здесь как-то я еще, наверное, смогу, да? Давайте попробуем какие-то украшения поставить тогда. Так, да что-то не то. Сохранение еще это путает. Так, значит, смотрите, здесь дорога, да? Ну, они, наверное, смогут ходить. Так, если я сделаю вот так, то, в принципе, 30 привлекательности у них есть. Хорошо. Здесь я бы, кстати, мог поставить святыню. А, не могу. Потому что не хватает места. Ладно, давай вот это вот. Давай вот так вот.
Так, 31 привлекательности. И там, да? Ну, давайте вот здесь вот. Ну, просто сделаем, чтобы оно было. Чтобы оно просто доставало. Так, если я еще один рынок бахну здесь, я смогу здесь строить дома. Вообще рынок у нас докуда? У нас и там, да? То есть, в принципе, он нормально справляется. Ладно, давайте смотреть. Ну, 25 домов это много. Ну, хотя нам осталось 4. Сейчас посмотрим, сколько у нас добавится. Если добавится, то хорошо. 4 домика я бы еще, наверное, смог улучшить спокойно. Пищи мало. Ну, добывайте, ребята, добывайте. В чем проблема-то? Так, и зелень, и это, да? Ну, чтобы тебе далеко не ходить, дружище. А, ну хотя... Подожди. Чуть-чуть. Тихо. Вот чтобы ты и там, и сам маленько собирал. Отлично, вот так вот делай. Все, нормально. А чего вы мне поля-то не доделали? Ну, я попробую, да, погуглить, короче, про коров. Блин, нехватка пищи. Причем нехватка пищи, а у нас зима. О, пища появилась. Отлично. И домик. И домик построился. И домик построился. Так, а у тебя разновидности пищи пока не хватает. Ну, сорян. У нас кто-нибудь приехал? Нет, у нас никто не приехал. А, что я могу продать? А, глину. Нет, нам глина нужна. Продавать не буду. А, ну 250 пускай держится, да, там. Продадим ее. А, что у нас еще по еде? А, ну, зерновых нет. Ну, зерновые тогда можно, правда, продавать. Да. То есть на торговлю. Нам надо будет подкопить 1200. На 2 месяца нам еды. Почему-то они поле не делают. А можно это в приоритет поставить, пожалуйста? Они, наверное, вырубили весь лес мне, поэтому они занимались этим только. Ага, домик пошел улучшаться, еще один. Сколько у меня уже домов? 18, только 2 улучшилось, да? Так, здесь что у нас? А, это хижина. Это дом, это хижина. Но эта хижина улучшится. А, да, надо еду маленькая. Хижина улучшится, хижина не улучшится. А, нет, не улучшится. Не хватает украшений. Небольшая площадь. Ну, блин. То тоже такое себе, если честно, да, получается. Если так. И вот так вот. Ну, чтобы они тут. Им красиво было, пускай. Может быть, станет лучше. Может быть. Не факт. Но я пытаюсь им как-то помочь. Так, привлекательность. Так, 29-30. То есть, ну. Так, ага. Привлекательность 22 сразу. 23. Так, 26. Ну ладно, давайте здесь поставим им вот это дело. 150 золота, ни хрена себе. 12 лет наше поселение живет. Остались без золота. Ну я просто жду торгаша как-то. Давайте хотя бы на превьюшечку что-нибудь заберем. А, F4. Берись, F3. Вот так вот. Ну, вот так вот, наверное, сделаю, да? Пускай бегают. А, вот так. Вот так вот обратно. Так, и, ну, наверное, вот так вот оставлю. Налог собран, налог сразу забрали. Просто, ну, где торгаш? Привезите мне торгаша. О, едет.
Надеюсь, он купит то, что я хочу. Приехал. Так. Так, он хочет корзинки. Ну, кстати, продать можно. Почему бы нет? Давайте. 30 корзинок ему бахну. На, забирай. Я тебе их продам потом. Что он еще хочет купить? Он хочет купить то, чего у меня нету. Но... А вот купить, блин, то, что я хочу продать, он не хочет. Вот зараза. Ну ладно, начало года, сейчас, может, еще второй подойдет. Блин, времени просто летит и летит. Проблемы со скотом. Я не понимаю, тут вот ничего не работает. Какого фига? Какого фига тут ничего не работает? Тут я не понимаю. Может, надо как-то отгородить это дело? Так, защита. Нет, не защита, а стена и дороги. Так, значит, смотрим. Вот сюда. Так, и еще как... Ага, как раз вот здесь. Вот здесь до березки. Вот так вот, да? Да. Ага, вот теперь в ту сторону. То есть где-то вот так, да? Отлично. А здесь... Я не знаю, да. Пускай пока так. Ну, здесь они, наверное, уж пройдут как-нибудь. Ну, точнее, эти не коровы не будут там ходить, а люди пройдут. Если нет, ну, не знаю. Пускай попробуют закрыть как-нибудь. Ну, оно просто выбирается, оно ничего не делает. Как бы, а где корм брать, я вообще не понимаю. Тоже. То есть, ну, у нас есть зерно. Так, можно приступить к севу, хорошо. Давайте, наверное, капусту, да? В начале. А потом... Бобы? Бобы, да? Наверное, да. Как-то так попробуем. Люди есть. Все это есть. Что от меня хотят, я не понимаю пока что. То есть еще вот одна загадка. Скажем так. Что ты? Ты F3, да, наверное? Да. А ты что делаешь? Собиратель собирает. Вообще никаких проблем. Так, на 2 месяца у нас еды, да? На 3 месяца еды. Ну, в принципе, пока... Да, господи, просто продолжим. Ну, вроде неплохо пока. 37 поселенцев закончили обучение. Молодцы, ребята, молодцы. Так, налоги с домов 22. Так, здесь у нас улучшилась привлекательность. Здесь пока еще строится. 7 поселенцев, да. Им что не нравится? Запасы пищи практически иссякли. Ну, блин, да, печально, да. Ну, опа. А куда дерево дел? Не понял. Пропало дерево. Пропало дерево? Алло. В смысле? Оно просто пропало. Но оно типа есть, но оно пропало. Ну, игра, отпусти. Так, ну, вы надобывали все, что мне надо, да? Нехватка золота. Вы пилите, вы... Кто? Дом лучников. А зачем мне? Мне больше не надо, да? Что, я могу хижину? Не могу, потому что нет железа. 250 золотых слитков. То есть, ну, мне надо всякого улучшить вот это дело первым. Ну, 1200 золота. Ну, мне не покупают то, что я хочу. То, что я хочу продать, у меня не покупают.
А одежда, кстати, работает, да? Да, одежда работает, уже хорошо. Так, давайте привлекательность смотреть, опять же. Так, это нам ничего не, не повлияет, поэтому смотрим. Можем, ну, в принципе, мед, наверное, да, можно было бы. Так, это хлев, это понятно, а пекарня. Пекарня. Так, у нас здесь два... Так, здесь сразу. Здесь сразу улучшается, да? Но пекарня рядом с этим, ну, вообще, не ахти. Не ахти. Так. А если я построю рынок? Если я построю рынок... Ну, тоже такой себе, да? Тут у нас мыловарня. Давайте здесь рынок. Дом лекаря. Это понятно. Крысолов. Пока нам не нужен. Что я еще могу? Что я еще могу? Я не могу прокачать дома. То есть у меня изначально неправильно получается застройка. Мне как-то не так надо строиться. Ну, не то. Нам надо украшение. Украшение. Хорошо. Если я вот поставлю вот это дело. 48 сразу, да? Ага. Тут 26. И прямо чуть-чуть не хватает. Сколько нам надо домов? А, 3 дома нам надо улучшить. Всего лишь 3. Всего лишь 3. Так, тут не дотягивает. Не дотягивает, да? Сколько вот у нас домов тут? Раз, два. Мне где-то третий дом нужно, чтобы он улучшился потом. А, ну, его просто можно построить. Тут остался один дом, да? Да, остался один дом. Так, если я... А если я просто возьму дом сейчас? 25 привлекательности он тут имеет. Здесь 31, но он здесь не строится. И здесь не строится. Но тут 29 он хотя бы, ладно, не обидно. Вот. Вот это что у нас? Это я уберу вообще. Нафиг отсюда, да. Она нам тут не надо. 20 дает. Так, хорошо. Здесь ты что мне? Здесь ты мне прям плохо. Здесь 25 у нас. Хорошо. Тут я, может, еще подниму украшением каким-нибудь, да? Пока что... Пока что не хотит. Ну, сейчас построит, мы посмотрим. И будем уже заканчивать, да, потому что дофига времени прошло. Ну, не помню, мне неохота останавливаться. Так, давай, дружище. 28 привлекательности ты мне сделаешь, хорошо. Блин, вот плохо почему-то пропадает. 25. 28. Если я вот так вот сделаю. Вот так вот. Все равно 20, 28 максимально, да? А, ну он еще просто не построился, видимо. Поэтому. Поэтому. То есть, когда построится, тогда и будет. Вот так вот сделаю. Ну, просто ради эксперимента посмотрим, что оно это даст нам. А, продаванов нету. Козлы. С едой вроде наладили
контакт, скажем так. Так. 28% привлекательности, хорошо. Если я сейчас, ну, типа, вот так вот ставлю, да, 30, все, да, он увеличивает, все хорошо. То есть надо делать какую-то типа рынок, вокруг рынка что-то украшение там. Ну вот это не получится изначально заложить. Это надо прям рассчитывать, зная все это дело. А я не знаю это все дело. И поэтому я не могу. Так, все хорошо. Здесь привлекательность у нас есть. Здесь привлекательности у нас нету. Но вот этот один дом, он как раз нам поможет. Такая небольшая площадь возле рынка. 13-й год, отлично. Вот на этом, наверное, мы и остановимся. Да. На этом, короче, мы сегодня и остановимся. Все, хватит на сегодня вот этой стройки, вот этого дела. Потому что я все же в один день записывал. Но я не могу остановиться, мне интересно прокачать, блин. Ну, с голода мы не дохнем. С деревом проблем нету. В принципе, железо... Кирпичи? Появились кирпичи? А как я буду делать кирпичи? У меня не из чего делать кирпичи. Или у меня что-то открылось, или и я просто это не увидел. Ресурсы. Нет. Кирпичи. Это понятно, это понятно, это понятно. Вот он. Но уровень центра 3. Осталось только копить монеты. Точнее, слитки. Ну, я могу, в принципе, просто сейчас покопить. Ну, просто покопить, да, я просто сейчас посижу, наверное, пофармлю. Чтобы вы просто не смотрели на статичную картинку, грубо говоря. Потому что я ничего сейчас не буду строить. Я сейчас буду гуглить, где взять скот. Где взять коров. С вами был Гринайт. Подписываемся, ставим лайки, комментируем. Ссылка на плейлист и на паблик в описании под видео. Всем пока.